И сегодня я вам расскажу, как я покрасила наконец-то B200. А по традиции я начну с грунтовки. А теперь я ношу базовый белый цвет на модель, то мне пришлось вооружиться шпаклевкой. После нанесения масок я окрашиваю необходимые части фюзеляжа в небесно-голубой цвет, а потом я окрашиваю кистью нижние поверхности стабилизаторов, крашу лопатки двигателя в черный цвет, а вот тут я окрашиваю внешние элементы двигателя. Окрашу кабину в серый цвет, и я клею декали. Потом я нанесла черную смывку. Я закрепила модель на подставке, и вокруг нее я разместила синтепон. И вот такая у меня получилась модель, и это моя первая модель самолета в 144-м масштабе. И мне опыт понравился.